Выход в люди. Во всей Москве, наверное, есть только один человек, который всегда верно улавливает все тренды. То гламур эпохи 2000-х, то баррикады и революции и митинги, то глянец 2012 года, журнал SNC. Перезапускается с новым главным редактором Ксенией Собчак. Мы пришли на презентацию первого номера журнала, чтобы узнать, кто следует за Ксенией, кто пришел ее поддержать и вообще, каким трендам нужно следовать, чтобы всегда оставаться на пике. Вы сюда пришли, потому что вы Ксению поддержать, или, может быть, вы журнал читаете, или вообще почему? И Ксению поддержать. И с Васей вот договорились сюда прийти, Ксению поддержать опять же. И журнал этот буду читать опять же, чтобы Ксению поддержать. Ксения, как бы наша подружка, она же нам помогала, она выступала в двух наших концертах. Мы должны, в общем, как бы друг друга поддерживать, это естественно. Нам очень интересно разобраться, кто такие феминистки. Вы на обложку купились? Я на содержание, на внутреннее. Я там прочитал пару статей. Ой, а расскажите, о чем? Как о чем? О женщинах, об активных, которых почему-то не востребовано в России. Я так не считаю. Хотел Ксюше об этом поспорить. А вы? На самом деле, правда, любопытно. Начинаешь листать журнал, там такое количество красивых женщин. А кто из красивых женщин вам запомнился там? Шерон Стоун. Мне нравится все, что делает Ксения и ее команда. Мне очень понравилось интервью Ульяны. Безусловно, интересная такая беседа двух подружек. А мне очень понравилась страничка редактора. Ну, так вот особенно, вот, пожалуй, пока все. Мне интересно, что случилось с этим журналом. И особенно я люблю «Океан Эльзы», группу, которая будет сегодня выступать. Поэтому две этих... элементы вместе меня застали сюда прийти. Я не знаю этот журнал. Я вместе с приглашением получил номер. То есть вы пришли исключительно из-за Ксении? Она меня пригласила, я пришел. Я к ней отношусь с большой симпатией. Я вообще хотел Ксении предложить прийти на работу в «Новую газету». Но ее еще нет. Здесь уже? Серьезно? Да, чего? Прикольно было бы. Единственное, что нас там не накрывают, у нас бюджет совсем. А любопытно было бы? А это после того, как вы пришли? Я знаю, Ксению уважаю. Я зашел, конечно, ее поздравить и журнал тоже. Ксения, вы всегда очень верно улавливаете все тренды. Можете рассказать, что сейчас модно? С кем дружить, куда ходить и вообще чем заниматься? Вы знаете, я могу только рассказать о тех модных героях, о которых пишет наш журнал. В нашем журнале модно подражать Пати Смит. Модно заполнять Fashion IQ тесты и проверять себя на модность. Модно общаться с дочерью Зайцева Марусей Зайцевой. Модно носить платья-футляры от Бекхэм. Модно летать на парижский кутюрный показ Ульяны Сергеенко. Скажите, а вот с Алексеем Митрофановым, например, сейчас модно дружить? Знаете, я никогда не дружила с Алексеем Митрофановым, хотя мы хорошо знакомы, и я считаю его своим добрым знакомым. А кто для вас сейчас интересен? К примеру, Евгения Чирикова или Анна Антимония, например? Знаете, мне, безусловно, интересно общаться с Женей, потому что она действительно очень много делает для своего района, для своего города Химок. Это очень важно. Мне также интересно общаться со своими светскими подружками. Это совершенно разные вещи. Итак, вы услышали от самой Ксении Собчак, с кем нужно дружить, куда ходить, во что одеваться, чтобы оставаться на пике своей популярности, как это делает сама Ксения Собчак. О программе «Выход в люди» уже через несколько дней премьера нового фильма Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты». Выход в люди.